Всем прямо доброго времени суток, это канал Лейзи Дмитрий Ленивый. Ленивый я. Уф, да уж. Ну что, Darkest Dungeon, да, напоминаю, что ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии, с меня контент, извиняюсь за свое сопение. Вот теперь продолжаем. Так, в прошлый раз мы что там запланировали? Да, взять, наверное, пойти на некромант, точно. Так, я хотел взять тебя и тебя. Или все-таки вот так вот рискнуть? Че, пес его знает. Может, получится. В принципе, вот теми же двумя она... Ну, правда, там... Ну, смотрите, тут третий, здесь четвертый. Там второй... На рудиментарной плоти был первый. Чисто теоретически. Еще вопрос, конечно, некромант. Что на него лучше? Яд? Кровотечение? Пес его знает. Может то, может другое. Не знаю. Уклонение, скрытность. Может, что другое есть, а? Как все-таки я вот... Ухитрился. Что это за каменная кладка, блин? Вот посмотреть, что это за артефакт. Против каменной кладки. Как-то странно. Неужели это с неохота лопаты брать? А, ну как? Типа берешь вместо одной лопаты. Ну какая разница? Все равно место занимает. Да, что-то... Чуть-чуть-то я не очень понимаю. Ну да ладно. Так, вот тут уклонение и минус скорость. Нет, минус скорость это да. Это надо, пусть это, она должна ходить последняя. Это вот эта вот мадама. Висталка. Первый раунд. Нет, точно не то. Уйди, сила зла. У нее скорости и так нет. Честно говоря. Плюс к науку оглушения. Уклонение еще когда сработает, когда не сработает. Давайте-ка мы лучше защиту повесим. Как говорится, мелочь, а приятно. Но здесь точно ничего нет, да? Это все не то. Урон, ЛЗ, 20 урон от стресса. Вот тоже вопрос, что лучше, плюс 5 МТК рукопашной атаки, да, или плюс 25% урон? Ну тут, вот этот нивелируется, ну блин, минус 10% это что это, минус, блин, не знаю, что-то мне очень нравится. Такое себе. Ладно, давайте все-таки, давайте первый раз с висталкой сходим. Так, яд у нас есть, да, поэтому вот так вот все-таки. Да, тут у нас как бы есть яд. Тут же есть яд. Да, тут есть яд. Вот. А здесь будет кровотечение. Кровотечение. Ослабление цели. Кстати, тем может поменять уклонение себя. Вместо этого восстановления, да? Да, пожалуй, вот так. Вот так, здесь оставляем все. Так, это что? Ну нет, это со второй линии. Дальний бой. Герой. Нет, ну это все не то. Лучше уж этим пользоваться. Так, ну здесь. Усиление себя. Ну тогда это, наверное, не очень нужно. Усиление цели. Усиление цели. Минус 8 уклонения, минус 6 скорость. Но это. Блин, но оно действует на всех, вот что удобно. Хранит союзника, да? Нет, наверное, все-таки вот это поставлю. То есть, и вот насчет четвертой позиции вот этого товарища, я сейчас задумался. Ведь на самом деле его можно таким бафером сделать, да? То есть, усиление, охрана, опять усиление. Но парирование с четвертой позиции не работает, да. То есть он будет чисто вот орать. Вот это и вот это, да? Прям вообще такой чистый баф будет стоять, никакой атаки.
Надо будет попробовать, наверное. А че у меня у него черты никакие не закреплены? Странно. Это дальнобойная атака. Вот густая кровь, например. Так, все, да? Ну, вроде да. Скорость у них вообще нет, блин. Это полный абзац. А почему уклонение заниженное, я не понимаю? Два уклонения? А, город. А, понятно. Вот первый будет ходить. Это последний, да? Блин, очень хорошо, на самом деле, что он последний. Так-то. И наоборот, что-нибудь к скорости добавить. Чтобы он парирование свое включил. Но тут нет ничего на скорость, блин. Чтобы прям, я даже не помню ни одного артефакта, чтобы прям именно прям плюс к скорости был. Прям такой ярко выраженный. Тут, видите, защита и здоровье. Вон. То есть вот в чем дело. И он бы скорости, если факел более 75. 10 защита, укол. А почему, почему нет ничего на скорости? Есть минус к скорости, минус, минус, минус. Блин. Ничего нет именно к скорости, просто напрямую минус к скорости есть. Плюсов к скорости, иди нахрен, называется, да? Только воитель, нет уж. Ну, тоже нафиг не надо, опять уклонение. Опять минус к скорости, да? А, ну, кстати, может быть, отсюда, ну-ка, 57, 64. Скорость чуть повыше, да? 5 минус к скорости. Ну, плюс к скорости дайте, гады. Но все-таки лучше что-нибудь вот из этого взять, как считаете. То есть защита, уклонение. А, это факел меньше. А вот 5 защиты, 10 уклонений, если факел более 75. В принципе, я всегда в таком состоянии поддерживаю. 5 защиты. Да, но видите, у меня урон от стресса очень большой. Плюс 20% урон от стресса прям. Угу. Нет, ладно. Хватит. Так. Давайте-ка вот так лучше и сделаем. Так. Здесь, наверное, все. Ладно. Так, мы идем. Куда идем? К некроманту. Ну, по сути, на разведку, на самом деле. Потому что черт знает, что там вообще будет. А, так, секундочку, вперед. Некромант-то у вас какой? А, средний, да? Средний. А, накидываем. Собираем всю жертву, какая есть в городе. 4 лопаты. Так, факелов заберем. Нет, на всякие добытчивые я отдельно похожу. То есть сейчас идет чисто расходники, так что херня война. Так, мастер-ключ. Блин, в прошлый раз он вообще не пригодился. Черт, хрен его знает. Это ж некромант, что он делал? Почитать, что ли, блин, или болт с ним? Пару ключиков возьмем. Ну, у нас есть чем лечиться. Ну да. Так что, лесом, вперед. Я пригласил к себе ученых мужей из дальних стран, желая воспользоваться их общинными знаниями, поделиться кое-какими открытыми мной алхимическими методами, надеждой получить потрясающий результат.
То есть, после того, как я узнал все, что мог, я убил своих гостей, пока они спали. Ну ты мудак. Ой. Слушайте, а можно этого предка достать из могилы и набить ему морду, а? Чё, у него уклонение 29, блин. Хе-хе. Висталка самая это. Ай, да ладно, закольцованная. О, секреточку. А, нет, не закольцованная. Ну, ладно, хорошо. Я просто боялся, что тут... Тогда и вперед. Ага, ну в ловушку ты попала, да? Понятно. A fortune waiting to be spent. Тогда лучше его. И все, 17, да? Забавно. Ух, нифига. Какой коренастый американец. Ну да, ну да. Но у нее, по счастью, уклонение. Как говорится, попажуй. Парирование, цель. А тут она не уклонилась. Вообще интересно, конечно, вот этого воителя использовать, да, на самой дальней позиции. Как бафера такого. А уклониться? Печально. Ладно, хоть этот уклоняется. Press this advantage. Give them no quarter. Лечи. А ты грози. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Да ты чё, блин, не уклоняйтесь-то вообще, ребят, ну чё? Вообще уж расслабились. Давай, давай, отличивайся. Ты чё там с оглушением 70? Парируем еще один раунд. Читайте, попробуем, вдруг получится. Эй, ёлки-палки! А где парирование? Уже исчезло? Ну да, и получилось, что это остался без лечения. Уже мест не хватает. А, блин, как это бесит, а. Ёлки-палки, как это бесит. Я не могу. Почему такой маленький инвентарь, а? Ну почему? Куда, что это такое? Вот это вот все, что они могут унести. Ну ладно, ну давайте тогда каких-нибудь дополнительных несунов, блин. Ох, чушь какая-то, реально. Не, ну здесь, кстати, без хиллера я бы, что называется, обосрался бы по полной. Так что нет. Хиллер не просто нужен, нужен хиллер, и хиллер нужен такой, прям прокачанный. Ну, то есть ей надо еще и какой-нибудь... Ну, это плюс 15, это мало. А, да, закрывай, сюда же можно нажимать. Ой. Ну да, рискнем. Ай, молодец, красное что-то взял. Врасплох, что это такое? А, ну это ладно. По крайней мере, сейчас... А, жди, блин, ну куда, ну... Ай, ну ты чё? Чёрт, ну я же нажал. Ой, уму непостижимо. Чё-то херовое вообще начало, блин. Хотел скинуть, блин, стресс немножко. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Ага. Как интересно.
голова Баристана. Плюс 25 защита. Загадочный трапецоидер. Так. Ну вот так что ли? Угу. Ну эти, ладно. Ну как сказать, они попадаются. Так что фиг с ним. 20 защиты, это, блин, зачем, а? Защита 25, 15. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Да еду, а. Так, да не, ладно. Идем. Просто идем. Еще один сундук, нифига себе. Что-то я, по-моему, ключиков-то маловато взял, да? А добить? Нет, никак. Давай-ка все-таки вот так вот. Their formation is broken. Maintain the offensive. Опа! Ой! Фу ты, я вообще не то использовал. Да нет, я хотел парирование, а тут оглушение. Было бы обидно, если бы не сработало. Но оно сработало! Клонился, красавчик. Очень тебе как вылечить никак не могу, блин. У меня же стресс по самое не балуйся. Блин. Ой, чудо вперед. Вот. The blood quickens. А, вообще хорошо. Ну, он первый ходит. Ладно, наконец-то немножко стресс убрал. This expedition at least promises success. Да. Ладно. О, а это что такое? Нет, это у меня уже есть. Урон. А, нет, лесом. Продолжаем движение. Ну, давайте его сразу запалим. Лучше б антистресс был. Чего тут? Поджрать захотели. До привала, говорит, да? Wealth beyond measure. Все-таки странная идея с этим артефактом. Че, рискнем, что ли? Ну ладно. Ну там есть какой-то способ и это, ну, не попасться в эти шипы. Опять вы! Че тут один и тот же набор-то все время?
Ну, чел, ну чё, кританнуть сложно, что ли? Ну, ёшкин кот, а? Пипец какой-то. Есть. Вот это классно. Хоть одного давайте загрызем. Ну конечно, и тут же первым. Вот. Всегда так надо бить. Только так и надо бить. Да, это и отметка, и ослабление. Уклонение. Ну ладно, хотя на первый ход. Что прям более чем актуально. Давай. Да вы чего? По минималке что ли решили по нему пройтись? Да вы чё, блин? Да добейте вы его! Давайте еще дадим ему еще разок сходить. Пипец какой-то. Ой, все мимо кассы. Ну хорошо, зачем ты мне карту-то приближаешь, блин, а? Не хочу рисковать. Хотя... Лучше б я сюда не ходил. Ну да, конечно. Да, ты что, ты куда? Эй, свет верни. Просто на нахрен. Максималочка, ну. Пипец, все сходили. Он хоть оттуда вернулся. Да ёб твою мать, ты все уклонились, кроме этого мудака. Это ты решил принять. Ну да, у него ж мало стресса-то, ёлки-палки. И он еще и это хватанул. Жесть какая. Ты, блин, ну ты чё, а? А, ну хотя да. Чел, ну сейчас нужен был крит, понимаешь? Вот сейчас нужен был крит. Конечно. И крит, и все прошло. По всем причем. И этот еще потом. Ой, елки-палки. А, вы че, ребят, да что за дебильный рандом пошел, блин? Вы че, расстроились сильно, что ли? Вот а на него бы такое можно накинуть тоже. Victories mount, so too will resistance. Я не знаю, что делать, он сейчас просядет уже от стресса. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. Я не хочу этот. Так, во-первых, давайте бам. Так, что у нас есть, вспоминаем. Это все не то. Так. Так, вот это, во-первых. Так, а у тебя что, я уже забыл? Нет. А, у нее нет. А, нет, защита у него стоит. Ага, все. Так, дальше. Вот. Только герой, да?
Так. Ну все. As the light gains purchase, spirits are lifted. Я немножко боялся, что у этого товарища опять начнутся эти его змеиные, блин, закидоны. Но аллилуйя, как говорится. Слушайте, ну прям какой-нибудь антистрессовик-то прям пипец как нужен уже, да? Кто у нас шут-то? Я даже не помню, кто еще антистрессом-то занимается. Че стоит? Стоит. Кто у нас еще занимается антистрессом? Только шута помню. Ну, я имею в виду так вот, чтобы... Эй, нет, нет, нет! Обидно. И опять, вот этот один, ну путь как это делается, а? Блин, я не знаю, это просто невероятно. Так, 4. Нет, вот это надо убирать. 3. Заразит, блядь. Slowly. Ладно, хотя бы не заразил. Ну где антистресс? Где? Ты же, блин, победил, чувак. Ну да, яд мы словили, да, ага. Пипец, блин. The wounds of war can be healed. Эй, я почему... But never hidden. Ну ладно. Сопротивился, по крайней мере. Eradicated. Все антистресс ловят, кроме вот этого. Единственный, кому нужен, и этот его не берет. Воитель дурацкий. Все, я говорю, все антистресс берут. Но не воитель. Воитель такие глупости не интересует. Антистресс. Ха. Подумаешь. Да, заражение поперло. Эти долбанные комарики, блин. Чё? Скелет с незаметностью? Хм, интересно. A powerful blow. А вот это я чуть не помню. Кни, да? Я с чего повестал, тут не треснуть. Ну где? Вот, аллилуйя, блин, наконец-то. Он опять мимо все проскочит. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Чувак, твоя кожа уже полчаса горит. А, чё? Записка из старого дневника. А чё? А где хоть что-нибудь? Да, сокровищ тут, конечно. Давай, на, сбей его. Молодец. И все равно этот ходит. Но уклонился, хорошо. Отлично.
Вообще отлично. Так, а что у нас тут? Эх, крит нужен был, парень. Крит нужен был. Семь одиннадцать. Так, лечим. A momentary abatement. И парирование. Разменялись. Ну, хорошо, кто-нибудь стресс хватанул. Эх ты, интеллектуал. A victory. Perhaps the turning point. Да, это я удачно с рубинами. Никому тут ничего. А, вот тебе можно. В смысле? Да, это ослабление не снимается. Ну вот, ну ладно. Окей. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Ну пошли дальше. Антистресс, вот так, хорошо. Ой, спасибо, что подсказали. Что бы я без ваших подсказок делал, народ? Что бы я без них делал? Да не надо мне усиление. А, ну вот минус 10 урона от стресса. Ну блин, ну все равно мало. Ну в смысле, уж лучше стресс бы снимало, а не 10 единиц урона. 10%, извините. Это же ведь. Все, баблосиков. Нет, бабла, кстати, нормально набрали за этот заход. Тут 3,5, тут 7. Десятки, чуть больше десятки, по-моему, совокупно. Вполне себе. Но все-таки можно было и побольше, если бы у нас был, что? Правильно, рюкзак большой. Ну, здравствуй, босяка. Так, ты у нас кто? Ты у нас некромант. У нас был ученик некроманта, да. Здрасте. Застали врасплох, это хорошо. Destroyed. Лучше одного сразу уничтожить. А вот, хотя... Decimated. А можно и так? Да я думал, может оглушить, но потом... А, ну уклонился, хорошо. Ну, тоже неплохо. Слон? Да. Подлечить всех? Ну, чё ты на себя 6 пихаешь? На него надо, блин. Убираем этого. Отлично. Клон. И удар. Удар. Ни туда, ни сюда. Ни нашим, ни на не вашим. Success so clearly in view. Фу, ну чё, приближаемся. О, удачно. A handsome reward for a task well performed. Фью, ну что, готов получать тумаков, человек? Здравствуйте. Слушайте, а может договоримся, а? В смысле,
Я как бы тоже недоволен тем, что там предок творил, а? Может, это вместе там как-то на его могиле потанцуем? Нет? Не хочешь? Не хочет. Так, 10, так, смотрим. 9, 17. 10, 19. Ага. Плюс яд. По-моему, охренительно вмазал. Мертвые когти. Фу. Демоны из преисподней, вам меня не взять. Хорошее уточнение. Так, ну короче, у него есть... А, точно, это ж некромант, а не скелет. Кровотечение есть, да? Да давайте-ка мы на него вешать всех собак. Так. Оглушения нет. Да нет, давайте лечиться. Ну да, он как бы под ним, получается, постоянно поднимает. Ничего, угу. Ну, если ты думал, что ты отойдешь и типа тебя не достанем, ты сильно не прав. А, вот это обидно. Ух ты! Это что за хуй? А, вот так даже. Понятно. До него она не достает, да? Только этим. Давайте-ка вот так сделаем. Потому что тогда, по-моему, да, сбивается защита. Ах ты ж, подлюка. Ну тогда так. Тоже неплохо. Просто яд бы обновить. Ой, ты чё? Не понял. Крит. Может, добьешь? Еще одним критом. Хрена лысого, да? Хрен-то вам, хрен-то там. Деморализатор чертов, а. Погоди, я занят. Догрызи, сволочь. Пока, ребята. Ну, в целом, нормально. Вот тут немножко со стрессом, как что-то надо придумывать. Опа, чертеж, класс. Так, давайте, ребят, покушайте. Мальчики, девочки. Так, чертеж сюда. Так, разбойник. Ну, блин. Такой у меня, по-моему, есть крепкая пряжь. Ну, пусть, да, вот этот будет. Хрен с ним. Ну, и тебя тогда. Потому что ты, в любом случае, подороже, чем три факела. Я надеюсь. Так, все? Мы прям все здесь нашли? Да. Прекрасно. А что там по деньгам? Да, 13 тысяч. Нормально. Не самый высокий мой результат, насколько я помню, но... Так, крестоносец, душевный подъем, минус урон от стресса, плюс 12 смертельному. Но вот я-то кровотечение, конечно, да. Вообще такое себе, конечно, потому что, ну как бы, да, он... Это как бы на броню, а не на какие-то атакующие моменты. Вот, 5. Ой, хорошо. Изнеможение... Вот. Ну, хотя рукопашные ему нахрен не нужны. Литургии. Хорошо. И самое важное.
Чертеж, ребята, чертеж. I remember days when the sun shone. А на чертежке у нас что? Правильно. Помните, я хотел? Помните. Хотя, конечно, вот тоже вопрос. Либо факельный свет, благо вот этого добра, хоть жопой жуй. Вот. Либо вот это. Потому что процентный депозит, ну, с деньгами реально. Вот деньги реально это проблема, блин. Ну, хотя 5% в неделю. Ну что такое 5% от 148, от 100 тысяч, грубо говоря? Это 5 тысяч, да? Ну, с другой стороны, не так уж и мало. Наверное, все-таки... Слушайте, ну если за каждого такого босса будет даваться этот чертеж, ну или шанс, да, то, в принципе, у меня там сирена еще есть, еще кто-то, да? А вот польза от факельного света там достаточно объемная. Так что давайте-ка мы ее, наверное, все-таки возьмем. Да. Деньги есть как добывать. А польза от факельного света? Ой, какой красивый. Ага. Да, наверное, все-таки... Ну, блин, банк... Посмотрим, если я прям сильно буду просаживаться. Ну, вот это я не совсем уверен. Как бы их и так... Вот это вообще не уверен. Потому что ни дикаркой, ни прокаженным, ни выродком я особо не играю. Вот что следующим делать? Это вопрос. Наемник, могильная воровка, разбойник. Пользуюсь. Становит висталка. А ну, подумаем. Вот шуту, честно говоря, гораздо... Лучше было бы, если бы не ему минус 10 урон от стресса, а к его навыку, да, снижение стресса был бы плюс. Вот это было бы гораздо интереснее. Так, ну что, давайте потратим еще кучу бабла. Ну так, бам, бам. И сейчас я пойду это бабло самое зарабатывать. Разорение, сущее разорение. Так, а что у нас теперь факел? 105, 110. База 140. Ай, хорошо. Все-таки хорошо быть хомяком. По крайней мере, можешь не беспокоиться о том, что деньги кончаются. Ща все восстановим. Говно вопрос. Так, ну-ка, мне больше всего вот это интересует. Ага, 3 очка за раунд, хорошо. Ну и ты, приятель. Я говорю, вот из тех, я говорю, именно этот болезнь ухитрился словить. Ему надо и в таверну, блин, и лечилку. Зараза, поганец. Иди, что у тебя там, литургия? Минус 4 скорости, что тут отрицательное, что ли, значение скорости, блин, сейчас? Жесть какая. Реально похоже. Давай. Остальных есть что? Изнеможение. Давай, тебя тоже вылечим. Так. Нет, 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 нет. Хотя, вот это вот тема. Так, у тебя что? Ничего. Доработка была. Не уверен. А вы в бордель. Фу. Ну чё? А ты чё такой? Ну и ты иди в бордель. Чё, откуда у тебя стресс-то взялся? Чё ты вдруг? Точно тут на стрессе. Вы чё, как? Вас лечить надо, да? Ну, это ладно. Так, это наши временки. И они сейчас пойдут деньги зарабатывать. Так, ну что тут ещё чё есть? Только наемник, получение исцеления при стрессе. Полная лажа. Не уверен. Ну, такое себе. Вот, пожалуйста, вот тебе и пряжка крепкая.
разбойника. Угу. Продавать можно лишние вещи. Благо, они есть. Сам бичеватель. Сколько он стоит, интересно? Копейки. Да. Проще все-таки сходить на заработки. Тут кто-нибудь есть? Кстати-ка. Если брать как расходников, да? То есть не сюда, а, например, вот сюда. Быстрый. Ну вот, да. Это третий. То есть как раз три, три, три. И этот вот товарищ, например. Хм. А чё, норм? Хороший вариант. Заодно за деньгами сходить. Погулять, так сказать. За денежками. Продать все лишнее. Ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Главное не выполнять их. Вот это самое важное. Не выполнять. Ну, ладно. Это все, как говорится, мелочи. Хорошо. А это кто? Громогласный пророк. А, помню, помню. Этого громогласного пророка. Да-да-да. Странный товарищ. Свиной король. Ну, вот ко всем этим товарищам надо будет сходить. Это без вариантов. Блин, к сирене не хочу идти. Опять переманивать начнет. Ладно. Поглядим со временем. В общем, на этой более чем положительной ноте всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Всех тоже до сюда смотрел, обнимаю. Парни хлопают, ключи, девочек, щечку, у них в следующей серии Darkest Dungeon. Отвратительная игра, которую я обожаю. Как-то так.